Добрый день, дорогие друзья, я рад вас приветствовать на моем канале, и мы продолжаем играть в службу спасения. Так, у нас уже есть задание, давайте перейдем сразу. Так, ну мы видим, что да, у нас пострадавшего, есть пострадавший, избила машина его, да, и у нас одна машина горит. Так, давайте вызовем пожарных. Так, одна машина врача и машина скорой. Я так понимаю, что две машины у нас побиты, поэтому нам нужна будет два этих эвакуатора. Мы их дальше отправим сюда. Так, ну как-то так. Почему-то у нас нету новых единиц техники, да, ничего нам не дали. Нового. Может быть, попозже дадут. Так, ну едут уже на подъезде наши спасатели. Я думаю, что скоро надо будет еще вызвать, потому что вот тут вот, я думаю, тоже должен кто-то быть, да, из пострадавших. Всех. А, вот написано. Три штуки, поэтому надо вызывать еще. Я думаю, тогда надо еще одного врача вызвать. Так, берем шланги. Ты давай лечи этого. Так, все пока. Пока идет как надо, да? Чувак, ну что ты стоишь? Куда он побежал вообще? А, он тут недалеко. Надо вот эту машину тушить. Так. Чувак постоял, посмотрел, думаю, ну нафиг пошел. Так. Так, ну я думаю, что этого можно уже давать ножницы, да, гидравлические. Даже можно еще одному дать. А этого можно садить в машину. Так, пока все нормально у нас, все по плану. Все по плану. Так. Давайте, пацаны. Приступайте. Еще один врач приехал, да? Хорошо. Так. Все, этого забирайте. Кто куда-нибудь сюда, наверное. Выволочит. Выволочит. На этого поближе, да, тогда тоже. Ладно, их отведем пока. Так. Ну и все. Давайте, осматривайте. Ну, на самом деле, вот эта вот ситуация стандартная, да, когда вот две машины столкнулись. И два пострадавших, как бы, да. Так, ну можно уже потихонечку машину забирать. Так, одну сюда. Так, вторую сюда. Так, ну что, этих можно отправлять уже, пацанов. Так, этих сюда повыше. Все. Сейчас эту заберут машину, и можно будет, чтобы толкучки не было, да? Все, отправляем. Ну, на таких заданиях это как бы это легко. Это все легко. Ну вот с полицейскими задания, да, на самом деле, когда там перестрелка была, блин, такие.
Такое трудное задание было. Я напрягся, скажем так, когда мы его выполняли. Так, ладно. Все, отлично. Все, врач, иди отсюда. Ну что за фигня? Давай, ну. Так, врач, иди, не мешай. Так. Ну и все. Мы тут разгребли. Все домой. А велик? Велик остался. Все домой. Пора домой. Так. Это у нас только пожарные еще доехали. Ну что, надо ускоряться, что? Что делать? Пока они догребут. Почему? Не дают новую технику, не понимаю. Неужели это вся техника, которая будет в игре? А где вертолет, который тут нарисован, вот этот? Где вертолет? Главное, происшествий больше нет. Колонна такая, да? Так. Машинка. О, это куда поехал? Нифига он заехал. Так, о, доступно новое. Есть. О, вот о чем я и говорил. Медицинский вертолет, да? Есть машина водолазной службы. Водолазы. Так, давайте с водолазов начнем. Купили медицинский вертолет. Недоступен. Вот медицинский вертолет на самом деле классная штука. Быстро будем реагировать, да? Так, у нас тут воришка. Нифига он бегает. Вот это да. А чё так быстро? Блин, давайте мы полицейский вертолет возьмем. Так, потому что надо медицинскую помощь оказать. Так. И у нас еще, да, один вызов. Тоже. Так. Он заразы какой-то. Блин, чтобы он... Блин, как этот бегает, а? Быстро. Где вертолет? Я понимаю, что ты ready. А как мне высадить? А где полицейская? Не понял, что я не вызвал ее, что ли? Нет, вызвал. Куда ты не убежишь сам. Успокойся. Надо как-то высадить их. Усаживай. О. Давай за ним. Погоню. А, у меня скорость стоит, ускоренная, да? А я думаю, что они так носятся, блин. Так, может нам надо помощь будет на всякий случай, да, второго. Так, что у нас тут? Ничего у нас там, да? Я думаю, что он так носится, блин. А он оказывается на ускоренке, да? Так. Надо их подвести сразу сюда поближе, чтобы. Так, хорошо. Лечи. А где мои эти красавцы? Ау.
Не понял. А где полицейский-то? Ничего не понимаю. Блин, он неуловимый мститель какой-то. Что, он их убил? А, вот он бродит. Чё ты тут бродишь, я вообще не понимаю. А, вот этот бежит. Догоняем. Давай наперерез ему. Какой-то, не знаю, марафонец, да? Давай за ним быстрее, пока он... Так, отлично, мы оказали помощь. Так, у нас тут горит кораблик, да? Кораблик. Пожарный катер обязательно. И нам нужен. Так, не водолазная, так, моторный, да, катер нам нужен. Где высадить можно? Вот. А, так тут рядышком вообще хорошо. Так, отлично. Что у нас тут? У нас тут все. К логическому завершению, да? Подходит. Так. Что у нас этот? Все, тихо. С этими расправились мы. Блин. Эти увезли, да, я так понимаю? Так, а где наши? Так, это один. А где второй? А, вот второй. Нашли, да? Двух. Так, что у нас с пожаром? Ага, у нас тут перекидывается. Нам надо... Наверное, я две возьмем, если что, отправим. Тут недалеко как бы. Будет хуже, если не хватит, да? Одна машина. Так, ну все нормально у нас, да? Все, эти бегут. Так, а у нас еще что-то? А, это у нас вертолет стоит. Все, все хорошо. Вот это что? А, у нас машина вот эта стоит. Отправляем домой ее. Катер, давай туши. Все пошло. Так, пожарный. А, это катер приехал. А где эти? А где? Они снизу вон едут, вижу. Ладно, мы сейчас отправим этого домойки. Так. Все, поехали. Так, катер. Катерок. Давай. Так, дали нам еще. Можем вертолет? Блин, да ё-ма, а что? И нам еще пожарный катер. Я так понимаю, что опять будет какое-то глобальное там в порту, да, именно? Пожар какой-то. Но вот с преступником у нас как-то не складывается. Как-то у нас не получается, да? Так, полицейская. Машина. Так. А, у нас вертолет же есть еще. Давай-ка взлетай. Пацан, взлетай. Все, он ему оттырил этого чувака. Поэтому нам надо туда вызвать скорую, да? Так, хорошо, что у нас тут? А где еще один? Утонул, что ли? Что-то я не понял. Походу утонул. А, не, вот они валяются. Так. Давайте два сразу. Все,
сюда и две этих. Так, все, это можно отправлять домой. Ну и это можно отправлять домой. Да и этих можно отправлять домой. Так, у нас только пострадавшие, да, стали. Так. Ну давай, ты взлетай, господи ты, боже мой. Он уже район пробежал, пока ты в воздух взлетел. Так, по идее он туда, куда-то, да, собрался. Так, у него отдышка или что? А, он опять с кем-то дерется, смотрите. Нифига. Сейчас мы его гажем. Так. Ну. И наручники у него. Это бдительный гражданин его решил остановить, да? Так. А где наш этот побитый, избитый? А, так он уже нескольких избил. Нифига он дал. Красавец. Так, ладно. Что у нас с этими? Пацаны, надо было выйти хоть с машины или что? Что-то как-то я не знаю. Так, ладно, это пока. У нас еще эвакуация нужна. Точно. Или не надо? Отбуксировать поврежденные, да, надо. Так. Так, так, так. И вот этого. Так, все, побежали они. Хорошо. Так, что у нас тут? А вертолет наш. Вот еще у нас пострадавший один, да? А у нас больше машин. Жалко. Может, можно купить? Не, нельзя. Интересно, вертолет этот будет перевозить пациентов или там только врач будет сидеть? Начинаю спросить, а где наш эвакуатор? А, вот он едет, да? Можно ускорить, наверное, пока. Чутка. Нам чем сложнее задание, тем больше нам очков. Чем больше нам очков, тем ближе мы к квестовому, да, заданию. Так. Давайте глянем еще раз на вот этих. Что у нас тут происходит? Так. Сейчас этого тогда к тому отправим. А эти повезут этого больного. Все. Едьте отсюда, ты сюда. Все, эти поехали. Так, ну ладно, пускай он пока там это. У нас тут, я смотрю, что. Что у нас тут? Надо забирать больных. Я знаю, что ты рейди. А где у нас еще один? А, вот он. Так. Машину у нас отбуксировали уже, отлично. Этих домой. Отправляем. Так, этих. Так, что у нас с пьяным там с этим? А, везут его, да? Хорошо. Так, не лечи его.
Так, надо эту лодку отправить. Что она будет тусоваться? Ну все, разгребли мы троху все, да? Осталось одного пострадавшего тут завести и все. И там тоже один пострадавший. Все будет отлично. Так, ну я думаю, даже можно ускориться. В принципе. Только не забудь выключить потом. Так. Ну я вижу по карте, что они уже подъехали, да? Умная масса. А, это первого нашего доставили. Все ясно. Все, выполнили мы еще одно задание. Так, 4000. Ну я думаю, должно хватить нам уже на вертолет. Нет, не хватает, но елки-палки. Ладно. Раз вот такие все плохие. Так, надо скорая. Один штука. Пожар. А, отличный план. Давайте-ка мы сюда вызовем. И главное, далеко еще. Сейчас оно разгорится. По самое не могу, я чувствую. Давайте мы, наверное... Наверное, мы сделаем вот таким вот макаром. Одно, ну, по одной машине. С каждой стороны, да, здание. Потому что оно может пойти сюда. Может пойти сюда. И будет потом пипец. Потом еще сюда, может быть, машины загореться могут. Вариантов может быть очень много. Поэтому лучше сразу перестраховать. Лучше мы потом отправим лишних. Да мы уже поняли, что пожар. А, на балконе горящего здания замечен человек. Это интересно. Вот это вот мы не знали. А где он на балконе? С той стороны, что ли? Я даже не вижу, где... А, вот он. Все, теперь понятно. Так. Ну, наши пожарные прилетели, это хорошо. Это очень хорошо. Так, шланги. Шланги в бой. Аналогично. Шланги в бой. Все, эти побежали. Пожарные молодцы, они, кстати, реагируют хорошо. Так, пожарные наши молодцы. А что у нас с этим? А с этим у нас ничего, да? Никто не занимается. Этот лежит все тихонько там. На тротуарчике и помирает. А мы пожар тушим. Кстати, совсем рядом. Так, хорошо. Все, давайте, отправляйте его. На удивление, у нас скорых как-то много, да? Так, ну эти тушить начали, ясно. Тут что? А тут ничего. А эти не хотят. Не хотят тушить. Опа. Вот о чем я и говорил, да? Что у нас сейчас загорится здание. И будет полный трындец. Так, этот все снимать сейчас будет. Так, нам же надо будет там этот врач, да? И скорая нужна будет. Он там типа пострадавший же будет, как бы. Так, ну всех мы вроде пострадали в больницу. А че у нас двое пострадавших? Не понял. А где еще? Ну это вот один, а второй где? Что там двое, что ли? На балконе было. А, второй. Нет. Не понял. А где второй? Пострадавший. Может, надо этот взять топор? Иди-ка, малец, возьми-ка топорик. Так. А, не, все нормально.
Все нормально. Так. Садись, Так, что у нас тут неисправности? Это электрощит, наверное, какой-то, да, щитовая. Так, хорошо, пока еще никого не шарахнуло. Ну, я думаю, найдутся. Так. Ну, иди лечи. Все, это можно отправлять, чтобы он не тусовалось. Эти у нас все сели. Или у нас там кто-то привязан. Отвязался? Хорошо. Иди садись в машину. Мальцы, ну ладно, молодцы, молодцы. Так, этих отправляем, да? Ну и этих надо, что они тут будут? Что они там тушат? Непонятно. Так, инженер где наш? Еще едет. Ладно. Так. Забираем. Хлопчики забираем. Так, ты иди сюда. Все сели, никого не забыли. Хорошо. Ну. Sit down, please. Так, хорошо, давайте пробовать вертолет. Блин, ну почему не дают-то, а? Вот гады. Ну вот за это задание, по идее, хорошо должны дать. Тут как бы и горелый дом, и пострадавшие, и это. Третье, десятое. Так, хорошо. Ну, ты взял. А как тебе? А, ты выбран уже. Простите, я не заметил. Давай, чини. Чини, чини, да? Так, те у нас все уехали, отлично. Все, пока все. Все под контролем. Ну хорошо, что мимо никто, да, не проходил, что никого не шарахнуло, никого лечить не надо. Да. Так, все, починили. Отлично. Так. Можем купить. Нифига. Ну сейчас привезут пострадавших всех, я думаю, что что-нибудь будет, да, ну, мне кажется, должны дать достаточно очков. Так, что у нас? Дорожное происшествие. Вот за дорожное тоже, кстати, хорошо дают. Так, fire. Fire, fire. Я думаю, тут две надо будет, да? Двое врачей. Ну и две машины, соответственно, скорых. И нам надо два эвакуатора. Сюда поставим. Так, ну и все, в принципе. И хорош. Так, 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 так. Так, так, так. А что, эти еще не доехали, что ли? Странно. Это вот эти. Едь! Все. Так, 2500 нам дали, ну, нормально. Купить. Есть! Мы купили вертолет. Ура! Так, и что у нас там появилось? Ах ты, блин, сколько тут штук всяких. А как вот это, вот этим пользоваться? Это может быть вертолет нам нужен здесь, да? Не, мы его по-любому вызовем. Мы по-любому посмотрим на него. Даже если он нам не пригодится. Так, катер нам надо по-любому. Где у нас высадить нужно? Ай, ё-ма, как далеко. Далеко, а? Ну ничего не сделаешь. Так, и мне надо. О, вертолет уже прилетел. И мне надо пожарный катер, да? Так, мы можем? Нифига мы не можем. Подождите, а мы ж можем этим вертолетом. Вот, спасательным, по-моему. Чувак, а, да, вот. Надо сразу, кстати, направить. А этим мы сейчас будем увозить в больницу. Так, и у нас сколько пострадавших?
Одну, значит, сюда, один экипаж отправим. И один на вертолете. Так, все, эти пошли. Так, хорошо, хорошо. Что у нас с дорожным происшествием? Мы забыли про него? Совсем. Наверное, потушить сначала надо, пацаны. Как вы считаете? Че стоим? Так, одного надо сюда, на вторую. Так. Все, уже начали тушить. Хорошо. Но у нас вот это крупная авария. Ой, не авария, а пожар вот этот вот такой, да? А что не так бы... А, около базы совсем рядом. Понятно. А чего я не могу этого достать? А, у меня ж этот болтается, ё-моё. Так. Давай. Разгружай. Пацаны, держите, сейчас я лодку для вас пригоню. Ну. Ну что такое, ну? Высадил он? Давай этого забирает, он сейчас загорится. Так, нам же катер надо. Катерочек наш. А, его еще спускают. Я вовремя. Я вовремя, да? Давай, давай, давай. Так, и сюда нам надо сразу... А, у нас нету. Нету врачей. Готов к отплытию? Давай, забирай. Так. Этого сюда тоже. Ну, давай, ложи. А чё эти не выходим? Чё не выходим? Чё не стесняемся? Ну, выходим. Тут и врач, и носилки. Отлично. Отлично просто. Отлично просто. Супер. Так, ну все, тут пока. Пока все отлично. Так, этот тот кто заберет, да? Так, что у нас тут? Тут мы все потушили. Но. Но. Получается, что нам надо гидравлика, да? Достать. Достать трупы. Не, на самом деле, достать живых людей. Оказать им медицинскую помощь. А может быть и трупы. Все, давай, иди. Извлекай тело. А третий где? Стесняюсь спросить. Ладно, потом найдем его. Так, вы пока извлекаете тут все, да? А мы пока... ту штуку отправимся. Так, ну чё, надо эти, иди сюда, иди сюда, выгружай пострадавших. Катер потушил, все, можешь валить отсюда. Как-то он хреново потушил, если честно. Так, давайте вертолетик. Не, вертолет это очень хорошо, это просто супер. У нас теперь будет бригада такая, да? Быстрого реагирования будет. Что, иди. Шутник. Что, в перегонки играете или что? Куда он, куда они пошли? Что происходит вообще? Вы чё, обалдели? А как туда двое санитаров залезло? Я что-то не понимаю. И у меня теперь без санитаров эти? Нормальный ход. Ладно. Геть тогда, что я могу сделать? Пипец. На базе. Нет слов просто. Просто нет слов. Так.
Этот высадил? Высадил. А у нас нет скорых, да? Ха-ха-ха. И где же они все ездят? А, они все тут у нас. Так, у нас один лечит, а второй... И второй лечит. Все, отлично. Этих можно садить. Не стесняемся, выходим. Выходим, ребята. Так, врача одного убираем. Этого сюда. Это забираем машину. Пожарных тоже нафиг отсюда. Так. Сильно как-то много вас тут. Ой, блин, я не на ту кнопку. Нет, 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 не иди. Не иди за своим ящиком. Да не, я не тебе. Ты иди лечи. А ты иди, едь домой. Ай, короче, тут что-то беспорядок у нас. Так, тут у нас пока нечем помочь. А, у нас есть доктор один. Кстати. Давай-ка ты. И одна машина есть скорая. Так что. Так, вертолет наш. Высадить экипаж, ну. Сейчас мы этого заберем тогда. Грукануло, да? Два сразу вышло. О, залезло два этих. Двое носилок. Так, давайте фельдшеры. Принимайте за дело. А где врач? А, есть врач, да? Хорошо. Смотрите мне. Все. Ед. Садим. Тоже туда, да? Вот если бы на скорых ездила бы и врач, и фельдшер бы сразу, было бы супер. А так получается через одно место. Так. У нас есть еще одна машина. Отлично. Лодку отсюда нафиг. Так, что у нас тут? А чего этот не уехал? Я же тебе сказал, едь домой. Езжай. Езжай. Ну все, тут мы закончили, получается. Так. Пожар на судне. Так. Чё стоишь? О, у нас вертолет есть. И сейчас мы будем частенько его использовать, да? Вертолет. Естественно, он сядет тут на склоне или он на высоте надо будет. Или меньше очков будут давать, если вертолет используешь. Ну, как вариант, может быть такое. Так. Можем высадить. Высаживать. Ага. Может он высаживаться. А тут? Ой-ой-ой, я ж не туда. Даже не на ту кнопку. Что-то я путать стал все. Так, высаживаем. Нам нужен врач. Как бы. Пока что нужен врач, да? Ну, давайте, власть. Так, и мы его сейчас отправим. Пацаны с носилками, будьте наготове. Сможешь проехать? Так, так, так. Отбуксировать машину. Едет у нас, да? Буксировщик наш. Не может он. Ну ладно, стой пока. Только не надо ничего делать тут. Он сейчас начнет уже. Ладно. Сейчас катер разложит. Так, забираем. Так.
Так. Но кидайте его на носилки. Ну вот. А, это же... Это не, нет, вы сюда. А вот этот вот. Мы его пока, наверное, на этом... На скорую отправим. Так, врача можно отсюда вэк. Нафиг надо ты нам тут. Ну вот, как раз мы сейчас две машины отсюда берем, чтобы они не мешали. Вот это сюда. Так, остался у нас врач только, да? Проедешь ты? Ё-моё, ну. Езжайте. В принципе, нам получается, что нам носилки эти-то и не нужны, в принципе. Давайте мы их поменяем местами. Поменяем, да? Так, а у нас еще есть пострадавшие. Заразный причем. Заразный пострадавший. Так. Все? Отлично. Так, а этот... Может, ты можешь ехать? Ты можешь ехать. Так. А мы этого на вертолете. А этих просто в больницу. Заодно и катер. А. Ну, все, отлично. Сейчас эти на вертолете они моментом живу и все, и там будут. Так, хорошо. Может, нам еще один вертолетик прикупить? Ну, нельзя. Ладно, тогда не сможем будет. Главное верить, да? Так. Ну, летите его уже, ну. Скоро уже доехал, интересно, того привезла. Да, привезла. Ну все, сейчас этот быстренько сделал туда и все. Так, и у нас тут уже этот подъезжает. Ну все оперативно работает, пацаны. У нас никто не спит. Так. Что у нас тут так стоит что-то? А, так это есть, наверное, был вертолет. Сейчас он быстренько его вылечит и все. Есть. 5000, нифига нам дали. Можно купить? Опа, есть. Так, ну и все. Как бы мы уже... Пожар получается, ну, да. Ладно, дорогие друзья, пожаром этим мы займемся в следующей серии, ибо оно у нас как-то растянулось, да, уже слишком. Вот, спасибо, что смотрели, спасибо за ваши лайки, спасибо за комментарии, и обещаю, скоро отсниму следующую. Все, всем пока.